Интересно, откуда паук берет свою паутину? Дело в том, что в брюшной полости пауков есть многочисленные железы. Они открываются мельчайшими предельными трубочками, которые находятся на концах шести паутинных бородавок. Паутинные железы вырабатывают вязкую жидкость, состоящую из белка. Она выделяется из паутинных желез и застывает на воздухе в виде тонких нитей, которые и являются паутиной. Плетение паутины – это целая наука. Первая нить, которую паук вытягивает из задней части тела, служит для создания основы паутины. Она самая прочная. Затем делается временный каркас из центра паутины к внешним краям. Ну а после паук плетет сеть по кругу от внешнего края к центру. Временный каркас при этом паук съедает и заменяет его на эластичный и липкий шелк. Гуляя в лесу или парке, понаблюдайте за тем, как трудолюбивые пауки плетут свою паутину. Это же настоящее чудо природы! Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос!